Немецкие бойцы называли его Зеппи. Это история о молодом австрийском солдате-снайпере, который воевал в немецкой армии и убил 257 советских солдат. И это только подтвержденные, фиксированные данные. Возможно, было и больше. Зеппи стал вторым по результативности снайпером вермахта, уступая лишь Матиусу Хаценауэру, тоже австрийцу, у которого на счету 345 подтвержденных уничтоженных солдат противника. Йозеф Алербергер. Родился будущий немецкий снайпер в Австрии в 1924 году в простой крестьянской семье. Его отец всю жизнь работал обычным плотником и с детства приучал сына к семейному делу. Ближе к совершеннолетию Йозеф уже достаточно хорошо овладел навыками плотницкого мастерства. Когда парню исполнилось 18, он, как и все его сверстники, был призван в немецкую армию. Парень попал в состав горно-стрелковой дивизии, где был пулеметчиком. Йозеф прекрасно понимал, что если он так и останется пулеметчиком, то очень скоро погибнет. По мнению Алербергера, потери среди пулеметчиков были намного выше, чем в среднем по пехоте, так как противник стремился в первую очередь подавить пулемет артиллерийским, стрелковым или снайперским огнем. «По истечении 5 дней я потерял последние остатки своей юношеской наивности. Опыт кровавых боев наложил свой отпечаток на мое лицо, так что выглядел я теперь на 10 лет старше. Наша 8-я рота сократилась в численности всего до 20 человек. Из моей группы в живых остался только я и командир нашей роты. Я потерял чувство времени и не испытывал больше ни страха, ни жалости. Я стал продуктом событий, происходивших вокруг меня, движимый примитивным инстинктом выжить среди изнурительных боев, голода и жажды», — позже рассказывал Йозеф. Ведя ожесточенные бои под Ворошиловском Луганской области Украины, пулеметчик Алербергер был ранен. Пуля угодила ему в руку. После ранения его перевели служить поближе к штабу, на более легкие работы. Там он восстанавливал разбитые приклады карабинов и сортировал оружие в качестве ассистента офицера-оружейника. И вот однажды к Йозефу попала в руки советская снайперская винтовка Мосина. Парню очень захотелось пострелять из нее, о чем он попросил унтер-офицера. Алербергер сразу показал отличные результаты в качестве стрелка. Он понял, что это именно то, чем он хотел бы заниматься на этой войне. Быть снайпером. Восстановление здоровья длилось 14 дней, после чего Йозеф должен был возвратиться в роту. На прощание унтер-офицер отдал ему советскую трехлинейку. В августе 1943 года Йозеф вернулся в состав роты. От сержанта он получил черный знак за ранение и наградные документы. Алербергеру удалось не попасть в стан пулеметчиков. Теперь он снайпер. Вскоре Йозефа вызвал к себе командир и дал задание уничтожить советского снайпера. Он уже давно не давал покоя немецким солдатам. Первый же выстрел из винтовки Мосина оказался точен. Немцы ринулись в бой. Через 100 метров Алербергер со сослуживцами обнаружил тело убитого снайпера. Пуля попала точно в глаз, оставив огромную дыру в голове. Убитый советский стрелок был совсем молодым. Йозефу стало плохо от вида своей первой жертвы. В тот момент, как вспоминал он сам, его переполняли чувства вины, гордости и ужаса. Однако никто из сослуживцев не пытался его осуждать. В вермахте снайперского оружия не хватало, и многим снайперам приходилось пользоваться трофейным. Пока немецкая армия продолжала использовать старые довоенные оптические прицелы, Красная армия развивала современное снайперское оружие и готовила огромное количество снайперов, отмечал Алербергер. Стрельба снайперов, не только немецких, но и советских, велась обычно по корпусу противника. Попасть в голову было сложно. Стреляя в тело, снайпер увеличивал свои шансы на попадание. К тому же попадания в корпус также выводили врага из строя и помогали не заметить стрелка. Алербергер рассказывал множество примеров о том, как успешно можно использовать снайперскую винтовку против пехоты, выводя из строя солдат. В воспоминаниях снайпера очень много грязной правды войны. Например, по словам Йозефа, снайперы внимательно следили за окопами, ожидая момента, когда кто-нибудь из солдат противника появится там во весь рост, например, чтобы выбросить банку с экскрементами.
Каждое убийство русского Зеппи фиксировал посредством зарубок на прикладе. При этом во время боев Фалербергер стремился не убить врага, а ранить в туловище. Красноармейцы испытывали нестерпимую боль, и их крики оказывали деморализующее воздействие на сослуживцев. Когда русские обращались в бегство, особенно эффективным оказывались выстрелы, в результате которых пули попадали отступающим в область почек. В этих случаях раненые начинали буквально по-звериному кричать и выть. В результате этого атака нередко резко заканчивалась, утверждал Йозеф. По собственному признанию Алербергера, угрызений совести он не испытывал. Горный стрелок усвоил истину, заключающуюся в том, что война не может быть этичной или героической. Как известно, снайперы во Второй мировой войне очень ценились, поэтому и подготовка их была очень сложной и долгой. Алербергер считал, что каждый стрелок обязан уметь выбирать позицию, которую можно сменить в случае опасности. Огромное внимание обер-ефрейтор уделял маскировке. Здесь он применял известную технику вермахта, при которой снайпер сливался с растительностью. Оружие также нужно было замаскировать. Лицо и руки нужно было покрыть грязью, но она плохо держалась, поэтому чаще использовался сок растений. Подобным образом Йозеф Алербергер маскировался на протяжении всей войны. Такой камуфляж был легок и удобен, а использовать его можно было при любых обстоятельствах. Однако основной чертой хорошего стрелка он называл психологическую устойчивость, а также храбрость. Не на последнее место Алербергер ставил меткость снайпера и осторожность. Не нравился Зеппи и способ отбора снайперов, который основывался лишь на навыках стрельбы и умении маскироваться. Приоритет при ведении снайперского боя был нацелен на способность солдата убивать. На Восточном фронте приходилось большую часть времени проводить в боях на средних дистанциях до 500 метров. Убить противника на дистанции более 800 метров уже считалось везением. В 1944 году Алербергер был отправлен в Германию, где прошел курсы для снайперов. Он получил новенький Маузер 89К с хорошим оптическим прицелом. Только теперь, под конец войны, немецкая оптика стала превосходить советскую. Но от поражения Германию это спасти не смогло. Алербергер начал подумывать о своей личной судьбе. Война была проиграна. Это стало ясно всем. Его имя было достаточно хорошо известно среди русских благодаря нацистской пропаганде. Поэтому в последние дни войны, чтобы не попасть в руки противника, Алербергер ушел в леса. Около двух недель вместе с сослуживцами Зеппи добирался домой. Двигаться приходилось по ночам, чтобы не нарваться на патрули. 5 июня 1945 года Зеппи удалось добраться до родной деревни. Она нисколько не изменилась, как упоминал он сам. Как будто проспала всю войну. Вокруг было тихо и спокойно. Йозефу Алербергеру пришлось побывать во многих боях. Однако снайпер остался не просто в живых, но и не получил серьезных ранений. По неподтвержденной документальной информации, обер-ефрейтор Йозеф Алербергер стал одним из немногих представителей низших чинов, награжденных рыцарским крестом. Дальнейшая жизнь Йозефа не выделяется чем-то необычным. Он работал простым плотником, как и его отец. Йозеф Алербергер скончался 3 марта 2010 года в городе Зальцбург, в Австрии. На момент смерти немецкому снайперу было 85 лет. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!